Собери свое лето сам. Под таким названием в Якутске прошел фестиваль для школьников. На одной площадке подростки смогли найти себе работу, образовательные курсы и организовали свой досуг и отдых на ближайшие месяцы. Кроме этого, ребята получили консультации психологов по выбору профессии и ознакомились с банком вакансий Центра занятости и молодежной биржи труда «Импульс». В работе фестиваля приняли участие 13 работодателей, которые предоставили 200 рабочих мест, а также 16 представителей творческих и образовательных лагерей Якутска и его пригородов. Разные вакансии, да, здесь и, значит, вот начиная, ну, конечно же, и по благоустройству в этом году будет, и озеленение будут, да, но и вот те предприятия и организации на сегодня, которые квоту для несовершеннолетних не выполняют, да, вот они как раз, значит, вот пришли и выставили свои вакансии. Это и курьерские работы, это и помощники, да, разных, значит, вот специальностей, и по архиву много, значит, вот также вакансии, поэтому мы думаем, что в этом году те, которые желают работать, они найдут работу. В прошлом году мы, если более 500 детей трудоустроили, в этом году мы должны охватить более 800.